Вот мы проехали 270 километров от Новосибирска сюда, в деревню Полковниково, ради того, чтобы снять кинокамерой Конвас то место, откуда был родом, ну даже где прожил второй космонавт Герман Степанович Светлов. Приехав на родину Германа Титова, нам, конечно, хотелось поснимать кинокамерой «Конвас», в принципе, такой камерой, которой Герман Степанович снимал в своем полете. Земля, вот особенно, когда она уходит из зоны, из иллюминатора бокового вверх, кажется таким громадным шаром, который висит в пространстве. Как такой камерой можно было снимать в космосе, находясь в космическом аппарате, в невесомости, и ну, немножечко, конечно, прикоснуться к работе космических кинооператоров, хоть немножечко как-то ощутить это на себе. Конечно, это на самом деле это не просто. Даже на самом деле на Земле, вот я снял, на Земле снимать этой камерой, замеряя какими-то примитивными экспонометрами, то есть это вообще целый труд. А как это делать, то есть оказавшись в полете, вообще было, конечно, удивительно. Но вот сейчас мы сделаем здесь несколько кадров. Так, сколько у нас показывает экспозицию? Солнце ослепительное, космическое. Что у нас вообще полностью закрытая будет диафрагма от 16 до 22. Аккумулятор, сколько, 8 вольт, 7,5 вольт. Ну, наверное, на самом деле Титов мог подключаться к бортовой сети космического корабля. Вот такой вот музей замечательный выстроили здесь, память о Германе Титове. Хороший музей, конечно, сделали для простого российского села. Это, конечно, удивительно.